Всем привет! Это обзор для магазина Шибарган.ру. Вот смотрите. Ой, как тут хорошо уже. Коврик для мегасогра изначально предназначался, но мы используем его, пожалуйста, вот так для парабомбы, для КЦ, без проблем. Значит, суть в чем? Мы всегда ставим, практически всегда, печку на утепленный пол, потому что так комфортнее, так теплее, можно босиком ходить, все приятно, все классно. И, соответственно, чтобы этот утепленный пол защитить от возможных прожогов, мы сейчас пришли к тому, что вот этот коврик от Мегасогра сюда поместили. Это очень удобно. Почему? Потому что вот эта ткань не горючая. Здесь металлические пластины. Когда дверку открываешь, оттуда может что-то выпасть, какой-нибудь уголек. Но теперь это будет не страшно, потому что здесь у нас искрозащитный коврик. Здесь вообще ванночка такая получается. Здесь у Мегасогра сюда ножки ставят. Соответственно, отсюда никуда не выпадет уголь. И здесь еще сколько места. Здесь, если какие-то сырые дрова, можно вот так положить, сушить. Вот такой вот вариант, очень удобный, пожалуйста, имейте в виду. Всем пока!